В прямом ефірі ваше медицинское ток-шоу «Алло, доктор». І це програма, яка не байдужа до вашого здоров'я. Сьогодні ми розкажемо вам всю правду о кашах. Правда і нічого, крім правди. З вами Євген Шевчук. І Світлана Умінська. Будь-яка каша – це джерело клітковини, яка виводить з організму шлаки і контролює засвоєння жиру з продуктів, які ви з'їли за день. Злаки містять вітаміни, мікроелементи і корисні вуглеводи, які забезпечать вас енергією і підвищать працездатність. Тому немає жодних сумнівів, їсти кашу потрібно. А от яку саме? Які каші лікувальні та життєво необхідні, а які приносять лише зайві калорії? Чим ризикують люди, які не мають їх у щоденному раціоні? І з чим найкраще їсти каші? Бажаєте знати всю правду про злаки? Будьте поруч, бо в ефірі ваше медичне ток-шоу «Алло, лікарю». Я представляю гостя нашої сьогоднішньої програми. Це Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, гастроентеролог, фітотерапевт, дієтолог, реабілітолог. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте, Борис Глібович. Ну, як завжди, на початку нашої програми я нагадую про нашу телефонну лінію. Будь ласка, не соромтеся і телефонуйте просто зараз. Як завжди, наша телефонна лінія для вас працює протягом усього нашого прямого ефіру, а номер він незмінний – 490-11-34. Ми чекаємо на ваші запитання. Що ж, я думаю, що коли ми ходимо до ресторану, ми каші зазвичай не замовляємо. Але все ж таки ми з дитинства звикли, нас привчали до того і в школі, і вдома, і в дитсадку, що каша – то є необхідність. Але от мені цікаво, люди, які викреслюють кашу зі свого щоденного раціону, вони взагалі чимось ризикують? Ну, рискуют тем, что здоровье будет крепче. Почему? Потому что есть самая здоровая для человека диета средиземноморская. Там каш практически нет. Там в основном овощи и фрукты и, скажем так, белое мясо, рыба, птица. То есть вот этот рацион, он самый полноценный. Каши для чего нужны? Каша – это быстрый источник калорий. Это хороший продукт, который может насытить человека и дать ему энергию на какой-то короткий промежуток времени. Ось, думаю, зараз з вами домогосподарочки будуть не погоджуватися, адже ми також звикли ще з дитинства. Тільки на людина захворіла вдома, відразу їй там манну кашку, ще якусь кашку, людину саджають на кашу. Ну, смотря чим заболів. Якщо це гастрит, там, язвенна болезнь, то, звісно, якась обволакуюча каша поможе, вмісто інших обволакуючих. Ну, скажімо, найкраща каша в цьому випадку – це, звісно, овсянка. Тобто там більше всього клейковина, залепить желудок і вроді як не болить. Но если ребенок заболел чем-то другим, тут нужно думать. Почему? Потому что если это простуда, если это повышение температуры выше 38, тут не только каша, никакой другой еды, в принципе, быть не должно. Каша быстро переваривается, но при высокой температуре первоочередное – это не накормить ребенка, а охладить. Потому что когда неправильно дают воду ребенку, он не может охладиться, температура идет выше 39. И все начинают вот эти, скажем, плакать, что, боже мой, у ребенка такой плохой грипп. А вопрос, а что вы сделали, чтобы он выводить эти токсины? Потому что вода, она выводит токсины, она одновременно и охлаждает. Только положили кашу, она на час закрыла желудок, там мимо каши никто уже не пройдет. Так. Организм ребенка подсох, кровь стала более густой, ребенку тяжелее работать сердцу. Вот, и тут же начинает повышаться температура, потому что нечего испарять через кожу, нечем охлаждаться. Вы знаете, я вспоминаю наш с вами один из эфиров, когда вы, в принципе, с моей точки зрения, ну, для многих такую крамольную вещь сказали, что первые блюда – это не обязательно. Сейчас я слышу, что, в принципе, и каша – это тоже не панацея. И если, в принципе, в рационе питания не будет каши, ничего страшного? Ну, Средиземноморье живет без каш и, в принципе, хорошо. Где мы? Нам просто вносили, почему кашу? Ведь смотрите, как принимали человека на работу. Стол накрыли, способность много съесть. То есть способность много отдать физической энергии на работе. Сегодня у нас люди работают максимум лучезапястный сустав, мышка. А еще, если мышки нет, так вообще пальчиком водят. Ой, то есть, понимаете, вот вся нагрузка. Вот если человек кашу съел с утра и на работу он не бежит, ну, кстати, вот в некоторых регионах на Украине уже могут даже на лыжах перемещаться. Сегодня первый снег выпал. Вот. Вопрос в чем? Если не потратил, пока приехал на работе в машине или в маршрутке, каша, избыток калорий превратился в жиры. Как же тогда быть с традиционным английским завтраком? Вот вы сейчас сказали, это не английский, да? Завтрак. Нет, овсянка. Да. Овсянка. Это каша? Это каша. Это каша. Значит, в Европе ее едят? Нет. Вопрос в чем? Овсянка – это еда небогатых
англійців, а бідних шотландців. То есть не лордов, как вот нам это все преподносили. Овсянка. Это все назначил, кстати, военно-полевой хирург доктор Ватсон, он диетологом никогда не был. Вот. Но овсянка, она, это культура шотландцев, потому что он ездит на лошади, он кормил коня, заодно кушал как конь. Но это, кстати, хорошая, здоровая крупа, но там польза лежит не внутри зерна, а снаружи. В оболочках, когда мы варим цельный овес, вот тогда получаем полезные вещества для сердца, для сосудов, для печени, для почек, то есть организм лучше работает. А сама по себе овсянка, она, ну, мало чем отличается, крупы плюс-минус, там набор плюс-минус одинаковый, то есть там больше крахмала, то есть больше углеводов, чуть меньше белков и очень мало жиров. Угу. И вот это фактически расклад, скажем так, основной круп, там чемпион по углеводам, это будет рис. Вот, ну, аутсайдер это гречка, поэтому ее при диабете и назначали. То есть так, надо было какую-то крупу назначить. Давайте еще раз нагадаю всем нашим речам про телефонную линию. Будь ласка, не соромтеся телефонувати просто зараз. Номер наш незмінний 490-11-34. Дивимося наш перший сюжет і повертаємося до нашої теми. Ну, а тепер приступ! Корисна, поживна, смачна і доступна. Вона годувала людство тисячі років. Сьогодні це основа правильного харчування. Її включають навіть у наймодніші дієти. Частіше це рис. Якщо людина кілька днів сидить на одному продукті, з другого дня у нього буде зниження стойкого апетиту. Якщо це монодієта, то з другого дня, крім того, що качественно неполноцінна, вона ще буде количественно неполноцінна. Тобто нам просто калорій не буде вистачати. Да, человек будет при этом худеть, будет расщеплять какие-то внутренние свои резервы, но это неправильно. Почему? Потому что рис не поможет организму очищаться. Рис не дает возможности печени хорошо очищать кровь. Поэтому эта диета будет, ну, клетку разрушили плохую, да, вынули из нее ту грязь, которая там была, кто ее выведет? Никто. Аби схуднути кашу, потрібно їсти так, щоб її не з'їсти. Тобто залити крупу водою, почекати, доки набухне, і їсти. Така каша не перетравлюється, але дасть відчуття насиченості шлунку. Але виявляється, ця їжа несе в собі неабияку загрозу. Це дуже опасна ситуація. Чому? Тому що ті білки, які там є, в неперевареному стані, це алергени. Це подавляє імунітет. Гіпоалергенами вважаються рис, гречка, кукурудза та пшоно. Вони не містять глютену. Цей білок розщепити може лише здоровий шлунково-кишковий тракт. Немало залежить від того, як кашу приготувати. Замачування на ніч, ну, як тільки крупа починає намокати, бактерії в воді є, в воздухі є. Пішов процес, бактерії почали цю кашу кушати першими. Знаете, и вопрос в том, что человеку будет пользы от каши меньше, а вот выделение бактерий, они могут там быть. Вот, поэтому тут мы мало что выигрываем. Больше того, те витамины, которые там были, они тоже будут окисляться. Для того, чтобы разварить крупу, все-таки лучше использовать чистую воду. Она проще будет впитываться. Белки молока, пока мы будем варить кашу, они сворачиваются, и они могут стать плохо усваиваемыми. А ще краще згадати старий бабусин рецепт. Тоді каша буде і смачною, і корисною. Для того, щоб звернулись білки, потрібно продукт нагріти до 56 градусів. А для того, щоб извлечь всі полезні вещества при такій температурі, нам потрібна експозиція. Тому можна сварити швидко кашу просто на плите, а можна поставити при такій температурі, при 56 градусах, в печку, в духовку, і вона буде млеть, полезні вещества не окислиться, а білки звернулись. І ми отримали максимум пользы, така каша найбільш вкусна. Останнім часом ми все частіше чуємо про роздільне харчування. Та наша дієтологія має іншу думку. Каша і хліб, вони створюють умови для повноцінного переварення білка. Тому що мало хто об этом говорить, але при розщепленні крахмала на глюкозу, pH раствора глюкози – це 2. Тобто, а при pH від 0,9 до 2,5 великолепно переварюються білки. То есть хлеб и каша не мешают перевариванию белковой пищи, наоборот, помогают. Тож їжте каші на здоров'я. На воді чи на молоці, з овочами, фруктами, ягодами, м'ясом чи рибою. Ой, господи, ну до чого ж топор-то наваристий, та? І будьте здорові. Це програма «Лолікарі». Нагадую, що сьогодні ми говоримо про каші, і я дякую, що ви з нами. Я ще раз із задоволенням нагадую про нашу телефонну лінію. Номер, я нагадую, що він працює протягом всього нашого прямого ефіру, і він незмінний. Телефонуйте, будь ласка, 490-11-34. Алло, ваше запитання.
Алло. Алло, да. Вітаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Яке ваше запитання? У мене запитання таке. В общем, є вирізаний товстий кишечник. Яка дієта? Угу. Далили по протології. Угу. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, толстый кишечник, там уже пища доваривается, фактически ее завершающие этапы, и чего нельзя, это сырой растительной пищи, потому что продолжительность этого участка уже короткая, то есть, скорее всего, что там все-таки какая-то часть оставлена, но недостаточно для того, чтобы обжать пищу. Потому что пища переваривается в тонком кишечнике, а в толстом она фактически уже выжимается вода, и там небольшое количество минеральных солей всасывается. Если будет грубая растительная клетчатка, она будет раздражать. И если иска, то нужно исключить пшено и кукурузу. А чому? А там просто более грубая клетчатка, она будет просто раздражать толстый кишечник. А если говорить про действительно хворих на шлунково-кишковый тракт, то какие каши тут будут приятны, какие легче всего засвоиваются? Ну, манна, я знаю, что она каша так, она легче засвоивается. Хуже, хуже. Манна, она хороша, это хороший набор калорий. Поэтому на кашах, там, где было, скажем так, на детском питании, рисовали детей с такими щеками. Абсолютно правда. Это был перекормленный ребенок. Это был ужас для родителей, для гастроэнтеролога, для эндокринолога потом. Нельзя так. То есть есть, ну, нормальный вес у ребенка, и перекармливать тоже не нужно. Каша – это один из путей. Какие каши, быстро, Борис Вот. Какие овсянка? Лучше? Нет. Опять есть нет, 4, да что ж такое? Есть 4 безглютеновых крупы. То есть есть крупы, которые у любого и каждого перевариваются на 100%. Это рис, это гречка, это кукуруза и это пшено. Из них две последних, они более грубые, поэтому если есть гастрит, там язвенная болезнь или хронический панкреатит, нужно проверять. У кого-то пропускает, ешь, у кого-то не пропускает, забудь. Все остальные крупы, они не перевариваются, вернее могут не перевариться полноценно. Брожение в кишечнике, глютеновая энтеропатия и возникает проблема. От я знаю, що взагалі дієтологи роблять якісь власні рейтинги, а у вас є власний рейтинг каш? І от яка каша у вашому рейтингу, ну, на першому місці? Ну, на першому я поставив все-таки гречку. Чому? Тому що вона, крім того, що вона приносить крахмал, тобто углеводи і білки, вона ще м'яка і желчегонна. Тобто там чуть-чуть маслиця того добавить, все, печень збросила желч і великолепно фільтрує кров. Борис Григорьевич, вы знаете, мягкий желчегонный эффект, вот понимаете, когда мы сейчас, вот я сейчас это услышал, да? Нет, при желчекаменной болезни не противопоказано. Вот, я как раз хотел сказать, что да, мы стимулируем образование желчи, соответственно, мы можем подвигать эти камушки, обострить. Не пойдут, больше того, кашу нужно обязательно не зеленую, когда начинается вот эти вот экстрим. Вот зеленая крупа, или там вместо того, чтобы поварить, заливают просто водой, она разбух крахмал, укропом, а для человека имитация, что каша сварилась. В каше есть два компонента. Это крахмал, который набухает в воде, если залить любую крупу водой, она увеличится в объеме. Для нас имитация, мы когда варим, тоже увеличивается в объеме. И люди считают, что все, переварилось. Білки як були сирими, так і остались. От цю кашу, якщо використовувати... Люди дуже часто бояться переварити, бо вважають, якщо каша переварена, вона там втрачає якісь вітамінні елементи. Звісно, найкращий варіант – це печка. Або томити кашу. Тобто, взяли, сварили, хочете, візьміть її, у мене бабушка як варила, сварила кашу, або в духовці одразу готувала, або потім в кінці. І вона там млела, доходила. Вот это вот, ну, потому что, ну, печка, она как бы не всем доступна. У нас алло-доктор превращается в алло-повар. Да. Или, если не так, то можно просто кастрюлю каши завернуть в какую-то ткань и оставить доходить. Вопрос в чем? Не потеряются, микроэлементы никуда не денутся. Витамины, которые там были, ну, немножко, если, ну, там из всех витаминов самый термолабильный, то есть окисляется, витамин С. Каша его так и следует. Давайте послушаем. У нас на телефоне звонок, алло, кухар, слухаю вас. Доброго дня. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такое питание. Я маю такую проблему, постоянно пищу я щодня. Я проходила дослідження, і начебто нічого не виявляють, все опирається, пролаз з клапана щиту, здається, я так пам'ятаю назву. У мене питання, мені казали, що каша – це найбільш оптимальне для харчування. Чи так це до вас питання до гастроентеролога, чи ні? Чи посилять вони, скажімо, посилення печії, чи більше, я буду комфортно це почувати. Яка ваша вага? Вага десь 76 кілограм, мені 43 роки, метр 58 рост.
Угу. Спасибо большое за вопрос. Дякую. Ну, бывает чаще всего при избыточном весе, то есть там действительно идет заброс содержимого желудка в пищевод. Ну, каша в этом плане, она самая, ну, не самая плохая, то есть она не раздражает желудок, она стимулирует секрецию желудочного сока. Знаете, почему такое? На самом деле, я на своем, в своей жизни встретил, когда как раз рекомендовали белковую и кашу. Почему? Потому что они формируют этот пищевой комок, которому тяжело, вот этому пищевому комку, подниматься вверх. Не тяжело. Вопрос в чем? Каша хорошо стимулирует секрецию желудочного сока. Угу. Только пошла кислота в желудке, закрываются два сфинктера. Мы говорим о том, что есть недостаточность кардии. Да, вот недостаточность сфинктера кардии. Кислота нужна. То есть для того, чтобы закрыть изнутри... Я повторюсь, когда рассказывали мне, мотивировали тем, что каша вместе с белковой пищей, они формируют этот... Ну что, жидкая пища, например, первое блюдо, да? Это вот как раз очень лобильная, скажем, такая пища, которая может забрасываться. А сок будет между крупинками. Да, а здесь так и есть или вот это иллюзия? В принципе, да, но при сокращении желудка в пищевод может попадать и жидкая часть, и просто содержимое, ведь... Все равно, так или иначе, содержимое желудка должно пропитаться желудочным соком. Угу. То есть, если мы возьмем кашу в тарелке и добавим примерно такой же объем воды, мы получим тот же суп. Вот в желудке будет примерно то же самое. Угу. Просто и мясо сильное сокогонное, и каша, в принципе, тоже сокогонная. Желудочный сок образовался в желудке, он закрывает два сфинктера. И все это содержимое варится в объеме. Кстати, вот удачный вариант, то есть многие говорят, что мясо и каша – это несовместимо. Так, бо дуже сьогодні багато прихильників розділеного харчування, коли кашу їдять окремо від м'яса або риби. Ошибаются немножко по одной простой причине. Да, действительно, крахмал, который есть в крупе, он переваривается, начинает перевариваться во рту. Есть амилаза, которая его расщепляет до сахаров. Мясу во рту делать нечего. Во рту мясо мы можем только раздробить волокна, чтобы лучше доступность была желудочному соку. Когда мы глотаем, пища попадает в желудок, мясо переваривается, белки каши перевариваются, они начинают перевариваться в полости желудка, и никто ни с кем не конфликтует. Больше того, тут еще один нюанс. Когда крахмал расщепляется, знаете, какая pH крахмала? 2. Нормальное переваривание мяса в желудке pH от 0,9 до 2,5. То есть никто никому никуда не мешает перевариваться. Все нормально. У меня вопрос, я прошу прощения. Мы опять-таки неоднократно говорили о том, что, и я думаю, что это и Светлана любимый вопрос. Тогда получается запивать пищу или употреблять соки. У нас это очень много. Мы здесь четко говорим о том, что если на столе стоит каша, значит, соответственно, никакого компота или сока не должно быть. Тут смотрите, если одна каша, она в желудке переварится где-то примерно час. Вся порция переварится. Каша с мясом. Вот каша с мясом будет дольше. Тут зависит, какое мясо. Если курица, то часа 2, если свинина, то часа 3-4. А может быть и больше. А дальше она уходит в кишечник, и там доваривается свинина до 9 часов. Вот. Вопрос в чем? Если мы во время еды, если мы съели порцию каши со свининой, то во время еды это будет еще и через 3 часа после окончания приема пищи, в желудке все равно пища стоит. Вот здесь воду, чистую воду пить нельзя. Она разбавит желудочный сок и во время еды растянется еще на пару часов. В желудке будет гниение. Я выявилась права. Если же содержимое будет, мы будем запивать чай, кофе, кислый сок, какой-то овощной бульон. Который будет стимулировать выработку аж-хлора. И я думаю, что это как раз наоборот ускорит процессы пищеварения. Да. Чуть-чуть мы запустим воду, она уйдет. Концентрированный сок выделится на это содержимое, и все будет прекрасно. Я телефонный звоночек, давайте слушайте. Алло, будь ласка, ваше запитание. Мне 50, вага за 100. Чула, что на малевую можно скинуть вагу. Будь ласка, я вас дуже прошу, скажіть, будь ласка, як правильно цю мамалигу робити? Я чую, одні кажуть, що з крупи, другі кажуть, що з муки кукурузної. І, будь ласка, розкажіть рецепт, і скільки мені треба її їсти? І як часто? Як довго? Будь ласка, дякую. Спасибо большое за вопрос. Ну, смотрите, тут ситуація какая. Если есть панкреатит, лучше из муки. То есть размолотить хорошенько, потому что все-таки клетчатка в кукурузе более грубая. Я думаю, в таком возрасте есть. Да, и при избыточном весе, при 100 килограммах будет. Да. Вот. Если нет, то тогда крупа пойдет. Хотя бы реактивный панкреатит, я думаю, что мы можем смело поставить. Все-таки конкретно, как долго? И... Значит, кукуруза может быть в питании, но она относительно низкокалорийна, но мамалыга не должна идти одна. А что это такое?
Ну, это каша из кукурузы. Угу, называется вот, мамалыга. Да, из кукурузной крупы. Вопрос в чем? Она как каша, когда идет в единственном числе, что получается? Это фактически ну, быстрый источник энергии, который нужно куда-то деть. Угу. То есть человек с весом 100 килограмм не съест порцию каши, не пойдет в тренажерный зал избавляться от этих калорий. Поэтому ей нужно кушать как? Не в чистом виде, а с куском хотя бы белой рыбы или белого мяса. То есть курица, кролик, то есть что-нибудь такое. Или какая-то белая рыба нежирная. Вот тогда это будет, ну скажем так, снижение веса. Но каша лучше вот в таком виде съесть ее не на завтрак. На завтрак все-таки лучше запустить в пищеварительную систему кусок мяса с какими-то это овощами. Это то, что мы рассказывали неоднократно, Валерий Юрьевич, когда мы говорим о том, что для того, чтобы похудеть, должна быть как раз наоборот белковая пища. Мясо, да. мясо должно быть. Но мясо опасно тем, что белковые токсины, если не хватает воды, лупят почки. И на белковых диетах 2-3 недели люди приходят потом с креатином 150-200. Но я же та же диета, гречка и кефир. Тоже плохо, потому что используют, во-первых, зеленая гречка, то, что я говорил, заливается кефиром, и белок не усваивается. А что нужно? Нужно в пищеварительную систему подбросить белок, белки разогревают обмен веществ, повышается температура немножко тела, то есть организм фактически сжигает больше калорий в единицу времени. Вот это нужно. Но безопасно это сделать. И диета на все монодиеты, это максимум один день. Уже второй день становится неполноценным, потому что для того, чтобы снизить вес, нам нужно, чтобы обмен веществ шел интенсивно. Для этого нам нужно клетке дать 500 питательных веществ примерно. В монопродукте 2 продукта, 3 продукта не наберем. Китайская медицина нам говорит... Рис помогает худнуть? Рис, опять-таки, в системе. Рис это практически крахмал, быстро, то есть вы можете что сделать? Вы можете... Быстро наесться, да. Но опять-таки быстро и голод. То есть относительно небольшой вес, съели порцию риса, пошел мужчина в тренажерный зал, поработал, закачал немножко мышцу себе. И мышца круглые сутки у мужчины будет снижать вес, потому что там интенсивнее идет обмен веществ, чем в жировой ткани. А який рис? Сегодня є величезний вибір. Лучше, білий, коричневий, чорний. Из таких доступных вариантов, лучше пропаренный брать. Угу. То есть он прозрачен. То есть что получается? А что можно, там есть в нем? Вот, можно ободрать. Что там в нем есть? Вот, можно ободрать оболочки, и вот будет просто вот рис непрозрачный. А можно его пропарить, и тогда те вещества, которые были в оболочке, частично попадают в сам рис. Угу. Он становится более богатым. Угу. Вот. Но рис это похудение в основном для мужчин. Почему? Потому что он подвязан под физическую нагрузку. Или рисовая каша, и опять-таки какой-то кусок мяса рыбы. Угу. Вот. Но рису нужно вернуть ту клетчатку, которую он потерял при обработке. Поэтому отруби. Поэтому рисовая каша великолепно варится. Попробуйте, взяли пару луковиц. В кастрюлю, где варится рис, вы их не заметите. Или яблочко натереть туда, не заметите, клетчатка разойдется, и сорбент пойдет в кишечник. И тогда кусок мяса, который пойдет рядышком, он тогда безопасно, то есть мы положили сорбент, чтобы вот эти белковые токсины все-таки связать, поберечь свои почки. Дякую, будь ласка, еще одно запитание від нашої глядачів. Алло. Алло, вітаємо вас. Здравствуйте. Ваше запитание. Скажите, пожалуйста, вот у меня нет желчного пузыря, какие каши нужно исключить? А можно вообще, если исключаешь каши, заменить каши хлебом? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. А хороший вопрос. Да, очень хороший вопрос. Очень многие, к сожалению, потеряли, хотя неправильный путь, но грубые каши. Потому что удаление желчного пузыря, как правило, происходит не только по поводу камней, но параллельно стоит хронический панкреатит. То есть это уже как синоним. Ну, и часто болит что-то там в животе, убирают пузырь, а боли остаются, потому что панкреатит остался, поджелудочную не убрать. Все-таки, поэтому какие каши? Просо, кукуруза убираются, пшено убирается. То есть фактически остаются самые мягкие. Смотрите, рис, каша гречка это и овсянка. Быстрые углеводы. Хлеб точно такие же точно быстрые такие углеводы. Же, да. Знак равенства или нет? Практически да. Вот. Но сейчас я думаю, для многих сейчас... Для чего нам нужны были эти продукты? Нам нужны были работяги, физические работы. Тот, кто работает физически, он должен кушать каши. И хлеб. Я вот просто... Да, и хлеб. Аналогию, понимаете? Да, 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 да. А если это офисный работник, если он сидит, он активно не двигается, ему для него нужен лецитин, ему другое нужно. То есть, в принципе, нет, понимаете, на самом деле многие считают, что хлеб это такой некий враг. Враг, нет, я просто веду к тому, что да, многие вот это для того, чтобы похудеть. Это враг в образе жизни. И там запытаешь ли ты, будешь с хлебом есть, или нет, забор, я худею, нет, да. Хлеб не ем. Нет, а кашу мы вот-вот двумя руками.
Но если правильно съесть хлеб, то можно и хлеб при похудении. Вопрос в чем? Хлеб это считается гарнир, а сверху положили кусок там отварного мяса или рыбы. Вот. То есть, получается, в принципе, та же каша. В принципе, то же самое, да. Что делать, если это наша рубрика «Подивіться» и вертайтесь до нашей разговоры. Що робити, якщо на носі холоди, а ваш організм потребує підтримки вітамінами? Зміцнюємо імунітет смачно. Обираємо їжу, яка захистить вас від хвороб. Нам потрібен вітамін С. Достатню його кількість містить в собі лимон. Майже всі знають, що цей фрукт хоч і кислий, проте чудово підтримує імунітет. Та пам'ятайте, кидаючи лимон в гарячий чай, ви знищуєте його корисні властивості. Далі А. Надходження до організму цього вітаміну вам забезпечать молочні продукти. Їх щоденне вживання забезпечуватиме вас зарядом енергії повсякчас. Тепер додаємо трохи заліза. Невичерпним його джерелом завжди була риба. Вона, до речі, стане у пригоді й тим, хто хоче смачно їсти і худнути водночас. Тепер цинк. Його ви отримаєте від столового буряка. До того ж, цей прекрасний овоч очистить організм від токсинів. А вітамін Е посилює захист організму проти інфекцій і достатня його кількість у волоських горіхах. Їжа – чудова річ, але для імунітету цього замало. Тож пам'ятайте про спорт і відпочинок. І будьте здорові! Це програма «Лолікри». Нагадую, що сьогодні ми говоримо про каші. Я дякую, що ви з нами. Я також нагадую, що для вас продовжує працювати форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання до наших гостей. Форум, як завжди, знаходиться на сайті телеканалу «Тоніс». Пишіть нам. От запитання сьогодні про каші від Олени. Яку кашу можна давати дитині? 1 рік, 2 місяці. Ну, в принципі, можна. Лучше починати з самих простих. Рис, гречка, то есть эти каши легче всего усваиваются и меньше раздражают пищеварительную систему. Потому что если ну, ребенок только формирует свою пищеварительную систему, лучше его не раздражать грубыми. А манная каша, опять-таки, каша из детства. Да, манка это хорошая крупа, но это глютен. То есть если ребенок здоров, у него пищеварительная система работает хорошо, в принципе, можно ему давать и манку. Вот. Но желательно тогда манку, не, ну, скажем так, если давать на воде, то разведенную, то есть на молоке. Да. То есть не давать концентрированно, то есть варить с включением молока, а не только лишь на молоке или на сливках. А якщо дитинка дуже худенька, знаете, и батьки хочуть, чтобы она трішки погладшила? От... Вы знаете, если ребенок растет, если вы его кормите, а он не поправляется, нужно посмотреть в корень, посмотреть, нет ли у него дисбактериоза кишечника. Может быть, есть домашние животные, которые наградили паразитами. Листы. Да. Самый простой путь. Ребенок познает мир через рот. Он втащит туда все, что угодно. Вы подняли сейчас, с моей точки зрения, очень интересную тему. Это каши на молоке и на воде. Вот, вы знаете, я думаю, что ну вот сколько людей будет, столько будет мнений, столько врачей. Ваше мнение. Мне очень бы хотелось услышать ваше мнение. Каша, овсяная каша, на волоке или на воде? Значит, на воде будет проще перевариваться. Почему? Потому что каша, кроме крахмала, содержит и белок. Молоко тоже содержит белок. И условия переваривания разные. Вот вопрос в чем? Для пищеварительной системы, особенно ребенка, я бы не советовал экспериментировать. Почему? Потому на что... На воде все-таки. Да, лучше на воде. Лучше мы молоко потом им дадим через пару часов, просто как в виде кисломолочного продукта, чтобы поддержать микрофлору. А дорослые, которые имеют слабкий шлунок, например? Вот тут тоже, опять-таки, у взрослых появляется явление панкреатита. Поджелудочная уже неплохо работает. Дискинезия желчного – это практически половина женщин, чтобы не сказать, каждая первая. Угу. Вот. То есть вот тут возникает проблема, пищеварительная система не справляется. Вопрос в чем? Как мы кушаем? Мы, французы говорили, нужно твердую пищу пить. Если так кушать, тогда в желудке все переваривается. Так как мы начинаем кушать... А у нас там спиной мозг понимает, что мы уже на 3 минуты опаздываем на работу, и мы проглотили по-быстрому. Все это легло в желудок, и вот тут начинаются все проблемы. Дякую. Так, еще одно запитание из нашего форума, яке, нагадую, заходиться на сайте телеканалу «Тоніс», від Оксани запитание. Яка каша менш калорійна? Таке жіноче запитание. Вопрос в чем? Я понимаю, как похудеть, как поесть и не похудеть? Чтобы такого съесть, чтобы схудеть? Любой кашей можно поправиться, любой кашей можно похудеть. Если мы кашу используем небольшим количеством на воде, то есть она содержит калории, и после этого легкая нагрузка, не поправится человек. Если каша пошла с маслом, то она, и жир, и углевод легко всасывается в кровь, большая калорийность получается еды, и возникает проблема.
Если мы кашу будем любую кушать 1-2 раза в день, как едят большинство на Украине, будем поправляться. Если мы каши будем кушать небольшими порциями, 5 раз в день по чуть-чуть, будем худеть, потому что мы подбросили энергию. Мы будем увеличивать жиры... этот обмен веществ. Совершенно верно. Да, жиры горят, с вами не углеводов. Мы углеводов подкинули, обмен веществ расшевелили, а дальше еды нет. Организм начинает брать свои запасы и мобилизовывать их. Тогда все нормально будет. Я вам дякую, будь ласка, чи у нас сейчас запитання? Алло. Алло. Вітаємо, яке ваше запитання? Здравствуйте. Алло. Будь ласка, мы вас чуємо. Мені такой вопрос. Вот у меня есть язва 12-перстная и сахарный диабет, это второй степени. Вот меня интересует, вот, какой бы вот доктор посоветовал, именно что мне можно кушать в таких вот случаях одинаково. Я знаю, что там вы говорите гречку, вот это все. Вот что лучше, чтобы не повредить один другому? Дякую. Ну, в случае обострения язвенной болезни, конечно, обволакивающие. Тут не столько гречка, сколько овсянка пойдет, потому что она помогает обволакивать. Но можно, в принципе, перейти на другой продукт. Есть семена льна, можно их просто залить холодной водой, встряхивать там 1-1.5 максимум, 1.5 передачи. Вот, и хороший будет слизистый раствор. То есть, если вначале человек начал бы передачу, то к концу получил бы хорошую слизь. Понимаете, сахарный диабет, это нужно... хлебные единицы. Да, это, да, да. Понимаете, считать на самом деле быстрые углеводы, медленные углеводы. И поэтому наша телезрительница переживает. Да. Одно дело, когда мы обволакиваем, и эта каша, условно говоря, действует... Лечит язву. Да. Понимаете, и с другой стороны, это сахарный диабет, это корректировка инсулина. Однозначно. То есть при диабете нужно, конечно, контролировать, потому что тут есть много нельзя. Но при диабете нужно лечить не столько поджелудочную. Чаще всего это жировой гепатоз, стеатогепатит, то есть это проблема печени. Печень не может управлять углеводным обменом, и диабет второго типа появляется. То есть по большому счету восстановление печени, и человек спокойно выйдет из этого диабета за 3-4 месяца. Дякуємо. Чи знаєте ви що? Це наша рубрика «Дивіться і повертайся». Чи знаєте ви, що успішність дитини у школі залежить від того, що вона їла на сніданок у ранньому дитинстві? Учені дійшли висновку, що найкраще навчаються діти, які звикли снідати кашею. Дослідники вирішили не обмежуватися лише отриманою інформацією і додатково провели експеримент, який показав, як впливає їжа на здоров'я і стан людини. Виявилося, що найуспішніші у житті ті, хто любив у дитинстві їсти каші. Високими були показники із запам'ятовуванням прочитаного матеріалу, а от ті, хто звик обмежуватися на сніданок, наприклад, чаєм або кавою, помітно пасли задніх. Це програма «Лолі і Крі». Нагадую, що сьогодні ми говоримо про каші. Я дякую, що ви з нами. І нагадую про нашу телефонну лінію. Телефонуйте 490-11-34. Чи є хто на зв'язку? Алло. Алло. Вітаємо. Блін, звините, я вже к вам дзвонила, але я не зовсім поняла. От у мене немає жовчного пузиря. Тільки дві каші треба відключати, кукурудзу і пшено. А білок, а всі остальні можна? І так я не поняла. Хлеб можно заменять, каши хлеба можно или нет? Так, спасибо. Еще раз. Хлеб можно заменять, но вопрос в чем? Если это хлеб без отрубей, он пройдет легко. Потому что там есть панкреатит. Тут нужно на самом деле проверять все каши через свою поджелудочную. Если она не среагирует, можно. Если среагирует, нельзя. Самые простые каши, на которые поджелудочная не будет реагировать, это рис или гречка. Все остальные, они более грубые или плохо перевариваются. Поэтому это для поджелудочной будет так или иначе испытание. Поэтому остальные лучше убрать. Хлеб, в принципе, можно. Лучше все-таки черный хлеб, он, ну, скажем так, более натуральный. Угу. Борис Львович, когда мы говорим про каши, в принципе, когда мы ждем максимальный эффект, если мы говорим с вами про быстрые углеводы, я почему спрашиваю, потому что бытует такое мнение, если ты планируешь заниматься спортом, то за какой-то промежуток времени ты не должен, в принципе, употреблять пищу. Если ты планируешь, я не знаю, прямой эфир, тебе не нужно тоже там есть твердую пищу. То же самое по отношению к кашам? Нет, смотрите, быстрые углеводы, в принципе, под спорт, под нагрузку, они логичны. И раньше Вы сами говорили, 2 часа в желудке. Нет, каша около часа. Около часа. Время на переваривание крахмала 15 минут. Если кашу подержать во рту 15 минут, она станет сладкой. То есть крахмал переварится до дисахаридов.
То есть это действие... Вряд ли кто-то это будет делать, да. Экспериментировать. Но когда каша попадает в желудок, она там доварится. То есть и поджелудочная дальше подхватит. То есть в принципе, если была одна каша, то через 30-40 минут каша уже находится в крови в виде углеводов. Вот. И тут вопрос в чем? Если планируется какая-то нагрузка, то каша... Физическая активность. Да. Каша за 30-40 минут, час до этой нагрузки может попасть. Если мы съедим кусок мяса, он даже теоретически перевариться не может, потому что он еще в желудке будет лежать. Физическая нагрузка, кровь ушла в мышцу, в желудке крови нет, ну, мясо стоит, ждет, пока человек закончит заниматься спортом. Ну, добре, фізична активність, а розумова активність. От я нещодавно читала, що здається вчені з Великобританії, вони зробили таке дослідження і встановили, що саме вівсяна каша, вівсянка, вона підвищує і розумову активність, і пам'ять. Ну, це правда? Тут... І, можливо, нам вівсянку і школярам давати нашу? От, смотрите, зараз. От в сюжеті перед нами, перед, було що? Тобто, любая, в принципі, каша, вона дає енергію. И на этой энергии кто будет работать? Мышца. Мы получили эффект в тренажерном зале. Сидим на уроке, значит, будем лучше, будет успеваемость, потому что мозгу есть на чем работать. Если мы мозг подстегнули только кофеином, там, чай, кофе выпили, стимуляция есть, 20 минут мозг активен, дальше на чем ему работать? Все. Внимание выключено. Вы знаете, я вот сейчас вот очень важно, я думаю, что если мы говорим о том, что хлеб это та же каша, быстрые углеводы, мы даем ребенку бутерброд, и это не есть плохо для того, чтобы... Я просто помню, как вы были противником этого. Почему? Нет. Бутерброда? Бутерброд – это правильно, это здорово, если нет ничего другого. Бутерброд, с чем нужно? Если у вас есть шеф-повар, который может вам каждые 4 часа с пылу с жару дать еду, не вопрос, кушайте так. Но если мы ребенка отправили в школу, и мы понимаем, что лучше мы ему дадим тот бутерброд, который мы чистыми руками сложили из тех продуктов, которые мы хотим дать, чтобы ребенок там не тянулась у него рука к какому-то запакованному перекусу. Вот, непонятно из чего. Какую-нибудь не колбасу, а кусок грудинки куриной. Да, совершенно верно. И это будет действительно польза. Какой-то омлет, там, какой-то пирог взяли и испекли домашний. Это будет, мы знаем, из чего мы готовили. Помните вот этот анекдот, когда муж просит жену, дорогая, пирог, который вчера был супер вкусный, испеки. Говорит, нет. Нет, є такого-то, є такого-то і такого-то. Мука, сахар, яйця є, єшек нету. Ви ж вдома цього не будете робити. Яке ваше ставлення до таких американізованих сніданків, як пластівці з молоком, там кукурудзяні пластівці? Це каша чи ні? Це каша, але без концентрированого білка, це, во-первых, углеводи з молоком, це найгриш алергії. А без куска мяса это еще и путь хороший в ожирение и в атеросклероз, и в сахарный диабет второго типа. То есть, ну это не про это быстрые углеводы, понимаете? Их нужно использовать. Они идут на час. Но они там пишут, что там злаки, там 5 злаков. Там купа витаминов, купа элементов. Вот тут появляется головная боль у поджелудочной железы. Почему? Потому что каждый злак имеет свой белок, который переваривается в определенных условиях. Лежат 5 злаков около слизистой желудка. Это вроде бы удобно, но на самом деле это очень большая нагрузка. Это не совсем разнообразное питание. Не треба варити, лише залив молоком и все. Все-таки белковые продукты, вот, а злаки это все-таки там белок в концентрированном виде. Их нужно давать по одному. Дали вот один, вот овощи можно комбинировать. Там белка мало, вот, и оно проще переваривается. Мы вам дякуємо. Будьте здорові, приходьте ще. Дуже було приємно сьогодні. Цікава спасибо тема, большое. До речі. Очень. Дуже цікава тема. Дякуємо вам. І нагадую, що гостем нашої сьогоднішньої програми був Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, гастроентеролог, фітотерапевт, дієтолог, реабілітолог. Смотрите нас каждый будний день в 10 утра и в 16.50 вечера. Я также с удовольствием нагадую, что невероятная количество важной корисной информации на вас ждет у соцмережі Facebook на странице программы «Алло, лікарю». Дивіться нас и там. Будьте здоровы!